Для создания максимально комфортных условий обслуживания в административном здании водоканала открыто новое подразделение организации. Центр – это как один из элементов развития инфраструктуры города Димитровграда и повышения качества услуг населения, в том числе в жилищно-коммунальном комплексе. Функционал центра широк. Прием документов, прием заявлений на перерасчет, прием документов на техническое присоединение и так далее. Основная задача нашего центра – качественное и максимально быстрое обслуживание клиентов. В центр обслуживания может обратиться каждый житель Димитровграда по вопросам водоснабжения и водоотведения. Главный принцип нашей работы – решение вопроса за одно посещение. В целях клиентоориентированности мы изменили график работы с абонентами на более удобный – с 8 до 18.00 в рабочие дни без перерыва на обед. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.